Попадет вожжа под хвост с самого утра, и настроение ужасное, и ты под это дело возьмешь и поссоришься со своим лучшим другом, самым лучшим, и думаешь, ну ё-моё, ну хватит уже с ним дружить, 20 лет подружили и хватит, ну нечего уже, ничего он не понимает, хватит, достаточно. Весь вечер ходишь сам не свой, думаешь о нем, злишься на себя. И где-то в пол первого ночи подходишь к телефону, и тут же звонок. Поднимаешь трубку, а это он. Он говорит: слушай, дружище, что-то как-то мы погорячились, по-моему, да? А ты говоришь: ой, старина, да, что-то действительно, да, перегнули палку. Ну давай, счастливо, завтра встретимся и все обсудим. Ага, пока. Кладешь трубку. А настроение улучшилось. И наступает долгожданная весна. И ты достаешь из шкафа свой любимый пиджак, который не надевал с осени. Надеваешь его и чувствуешь, что-то шелестит в кармане. Достаешь, а это 100 рублей. Чепуха, ерунда. Эта бумажка лежала там с осени, а настроение на весь день улучшилось. Или случилось несчастье. Сосед по дому купил старенькую подержанную машину. Потому что это автомобиль. Садись. Посиди. Посидел? Выходи. Где документы? А? Документы? Да это будет потом. Понимаешь, 6 ВД. 7, по-моему, это. Я бы не продавал, понимаешь? Продавал бы. Деньги очень нужны. Операцию собираюсь делать. Мальчику. Нравится? Очень. Деньги есть? Да, конечно. Пошли. Все со мной! И она каждую ночь орет сигнализацией и мигает фарами. Каждую ночь. И ты целый месяц не спишь, худеешь, нервничаешь, болеешь. И вдруг целая ночь в тишине, и следующая ночь тишина. И целая неделя. И встречаешь во дворе соседа и спрашиваешь: слушай, что-то давно не слышно было твоей машины. Он говорит: да подонки, сволочи, угнали мою машину. Ты говоришь: да ты что? Ой, ой, ой. А настроение в этот момент улучшилось. Или мчишься по трассе, разгоняя машину как можно быстрее. Мчишься, и вдруг кто-то мигнул тебе фарами дальнего света, мол, впереди менты.
показал открытую ладонь в знак благодарности. Сбавляешь скорость, едешь с корректной скоростью и действительно видишь менты, да еще с радаром. Проезжаешь мимо них тихонечко так и даже заглядываешь им в глаза с улыбочкой. Едешь дальше, опять разгоняешься и всех предупреждаешь дальним светом. И все показывают тебе открытую ладонь. И настроение улучшается. Или весенним днем идешь по улице в своем любимом пиджаке и видишь красивую девушку, которая идет по другой стороне улицы, смотришь на нее, и вдруг она посмотрела на тебя дольше, чем одну секунду. Посмотрела, больше вы никогда не увидитесь. Будем. Никогда не встретитесь больше. Но настроение улучшилось. Или зашел я в магазин. В спортивный магазин и купил себе кроссовки. Ну просто кроссовки, что тут такого? Ерунда. Но вдруг подумал, ой, а ведь мне, чтобы иметь новые кроссовки, не нужно заканчивать четверть на отлично, иметь прекрасное поведение и быть послушным мальчиком. Нет, не нужно, я взрослый человек, я сам могу купить себе кроссовки. И не только кроссовки, я взрослый. У меня есть моя жизнь, у меня есть друзья, работа, разные дела, разные интересные планы, целая жизнь. Я взрослый человек. Я подумал так, и настроение мое улучшилось. Или как-то ехал я, не веселый, не грустный. Ехал, как обычно, по городу. Ехал нормально. Но вдруг останавливает меня милиционер. А я думаю, ну сейчас-то за что? Я же знаю, что я ехал нормально. Сволочи, подонки, окончательно уже распоясались. Но привычным движением вкладываю деньги в документы, протягиваю их милиционеру. А он говорит, вы знаете, там впереди дорогу перекрыли. Вы поверните здесь. Сейчас поверните, вам так будет удобнее. Я говорю, ой, спасибо большое, спасибо, хорошего вам дня и вообще удачи. Большое спасибо. И еду дальше. И мне так стыдно за то, что я плохо подумал про человека. Но я еду, мне стыдно, а настроение-то мое улучшилось. Вот мне стыдно, а настроение улучшилось. Настроение улучшилось. Оно улучшается иногда вот так, раз, непонятно почему. Оно, опа, и улучшилось. Бывают такие периоды, что не то, что настроение плохое, я просто вообще не знаю, как мне жить. Ну, то есть, не знаю, как жить. Но у меня есть дочь, ей 10 лет. Я на нее смотрю, и приходит такая мысль, ведь этого человека не было. Ну,
Вот она есть, а раньше-то ведь ее не было, то есть вообще не было. Представляете, не было человека, а сейчас есть человек. У нее есть свои настроения, какие-то мысли. У нее есть руки, ноги. Человек, целый человек. А раньше не было. Чудо. И вот я на нее смотрю, и сколько бы я ни смотрел, мое настроение улучшается.